Если ты ездишь так, словно завтра не должно наступить, оно не наступит, говорят опытные мотоциклисты. А вот многие неопытные не упускают возможности прокатиться с ветерком. Правда, такие развлечения, к сожалению, не всегда заканчиваются хорошо. Еще у всех на слуху трагедия, которая произошла 17 июля в деревне Тюхинище Брестского района, где в дорожной аварии погибли 24-летний водитель мотоцикла Suzuki и его 32-летний брат. Столкновение произошло с автомобилем МАЗ, который при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу. Точку в этом деле поставит суд. Пока же в деталях произошедшего разбираются следователи и эксперты. Предстоит установить степень технической исправности обоих транспортных средств, а также благодаря транспортно-трансологическому исследованию определить траектории перемещения водителей. Это поможет следователям восстановить картину трагедии и дать комплексную оценку обстоятельствам. Проводится экспертиза технического состояния транспортных средств, фактического по установлению неисправности и причин их возникновения, а также транспортно-трассологическая экспертиза по восстановлению их взаимного расположения в момент столкновения и расположение места столкновения относительно границ проезжей части. ДТП для многих стало наглядным примером, что будет если. Но несмотря на это, статистика все еще печальна. Что касается статистики, то с начала текущего года с участием мототранспорта на территории области зарегистрировано 28 дорожных аварий, в результате которых 4 человека погибли и 29 получили травмы различной степени тяжести. В двух случаях мотоциклисты в момент совершения дорожно-транспортного происшествия находились в нетрезвом состоянии. Из 28 дорожных аварий в 17 случаях виновниками ДТП стали водители мототранспорта. Максим Бондаренко – мотоциклист со стажем. В общей сложности с железным конем на «ты» уже более 6 лет. Отдает предпочтение такому виду транспорта из-за отсутствия пробок и удобства парковки. Правила дорожного движения знает наизусть и других призывает не забывать о них, ведь их соблюдение помогает сохранить безопасность на дорогах. Для начала для того, чтобы не попасть, как эти парни попали, потому что они явно с превышением ехали после камеры. Ну а во-вторых, для своей же безопасности, потому что у всех есть семья, дети, чтобы и за собой никого-нибудь не утащить, и самому остаться тут. За время проведения профилактического рейда сотрудники ГАИ останавливали не только водителей мототранспорта, но и автомобилистов. Последним рассказывали о проведении декады и просили не забывать уделять внимание другим участникам дорожного движения. 3 по 13 число проводится в Брестском районе декада «Колес меньше, опасности больше». В связи с этим надо обращать особое внимание на водителей транспортных средств. Рейдовые группы инспекторов ГАИ продолжат работу на территории всей Брестской области. Госавтоинспекция призывает водителей двухколесного транспорта к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, к внимательному и осторожному участию в нем, а также обязательному использованию мотошлемов и средств пассивной защиты для того, чтобы в случае дорожно-транспортного происшествия тяжесть последствий была минимальной. Каждый автомобилист должен помнить, что в такой период времени, как весна и лето, на дорогах появляется большое количество мототранспорта. Поэтому при участии в дорожном движении водители транспортных средств должны понимать, что в любой момент в соседней полосе может появиться водитель мототранспорта. Необходимо проявлять особую внимательность и осторожность при участии в дорожном движении и смотреть в зеркала дважды. Ирина Кузьмич, Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.